Анонс и точки до выхода 4 серии 3 сезона сериала «Жизнь по вызову». 4 серия сериала выйдет на видеосервисе Кион 13 сентября. Ранее в сериале мы видели, как отныне Шмидтом движет непреодолимая жажда мести. Стремление свести счеты с убийцей толкает его к сближению со злейшим врагом, поквитаться с бывшей супругой, из-за которой он дошел до такой жизни, и наконец попробовать свои силы в большой политике. Элитное агентство, оказывающее эскорт-услуги, может стать по-настоящему мощным, эффективным инструментом в борьбе за власть и деньги. В достижении глобальных целей ему помогают девушки, работающие с самыми состоятельными и высокопоставленными клиентами. Ситуация обостряется до предела, ставки становятся высокими как никогда. На уровне власти и баснословных денег не существует ни принципов, ни жалости, ни морали. На что же готов пойти Шмидт ради мести? Четвертая серия сериала выйдет в эфир 13 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.